Челябинская область, расположенная в Уральском федеральном округе на границе Европы и Азии. Сегодня население региона составляет около 3,5 миллионов человек. Базовое звено экономики Челябинской области – промышленность. В регионе сконцентрированы металлургические и машиностроительные предприятия. В Челябинской области производится весомая доля всего российского проката черных металлов, чугуна, стали и труб. Лидирующие позиции в России Челябинская область занимает и в сельском хозяйстве. Челябинская область находится на первом месте в России по выпуску макаронных изделий, на втором месте по производству муки и на третьем по изготовлению всех видов круп. Легкая промышленность Челябинской области представлена более 200 текстильными, швейными и кожевенно-обувными производствами. Регион располагает богатыми запасами природных ресурсов. Сейчас в Челябинской области насчитывается свыше 600 месторождений полезных ископаемых. Активно развивается туризм. Гостей принимают десятки круглогодичных курортов. Популярностью пользуются многочисленные санатории и базы отдыха. В 2021 году Челябинскую область посетили почти 4 миллиона человек. В горнолыжные центры ежегодно приезжают свыше 1 миллиона туристов. Зимние курорты многократно принимали соревнования всероссийского и международного уровня. Челябинская область – транспортный узел всей Евразии. Здесь проходят основные инфраструктурные артерии России – федеральные трассы и Транссибирская магистраль. Работают два международных аэропорта. В 75 километрах от Челябинска расположен транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» – ближайшая точка входа Северного Китая в Россию. В регионе действуют программы поддержки инвестиционных проектов. Направление инвестиционного развития центра «Мой бизнес» помогает с подбором земельных участков, поиском финансирования, предоставляет комплексную и организационную поддержку на всех этапах реализации проекта. Создано 5 территорий опережающего социально-экономического развития с преференциальными налоговыми режимами. Также работают 4 индустриальных парка, аккредитованных Минпромторгом России. Качественная подготовка квалифицированных кадров осуществляется в высших и профессиональных учебных учреждениях. Челябинская область готова оказывать инвесторам всю необходимую помощь и поддержку. Богатые недра, выгодное географическое положение, передовая промышленность, талантливые и трудолюбивые люди. Все это позволяет создать производство любого профиля и масштаба. Челябинская область – вектор ваших инвестиций. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.